14. Любить себя. Результаты второй недели. Сегодня вы оцените свой прогресс в работе с зеркалом и узнаете, как выделить себе больше времени и обрести поддержку во время пути. Как я горжусь вами, мои дорогие! Настал конец нашей второй недели, и вы стоите перед своим другом, зеркалом, ежедневно занимаясь и изучая многочисленные способы, при помощи которых сможете отражать собственную жизнь больше любви. Вы заслуживаете любви, радости и всего благого, что может предложить вам жизнь. Во время работы с зеркалом вы можете все еще ощущать небольшое неудобство или нелепость происходящего. Это нормально. Я призываю вас быть терпеливыми по отношению к себе и каждый день осваивать новые упражнения. Перемены могут даваться с трудом или же идти как по маслу. Помните, что это путешествие любви к самим себе, принятие себя, осознание усилий, которые вы прилагаете. Вы уже достигли многого. Вы видели, как зеркало помогает вам узнать намного больше о том, что вы говорите и делаете. Вы выяснили, как отпускать то, что вам не служит. Узнали о разговоре с собой, о том, что, тщательно прислушиваясь к собственным словам, можно научиться обращать их в положительные аффирмации. Вы также упорно трудитесь над преобразованием своего внутреннего критика, восхищенного поклонника, который будет восхвалять и прославлять ваши усилия и ваше намерение измениться. Отлично! На прошлой неделе в течение двух уроков вы занимались своим внутренним ребенком и успешно с ним работали. Поздравьте же себя! Познакомившись с ним поближе, вы стали понимать, что чувствует это маленькое существо. Вы также находите время подержать ребенка на руках, даете ему понять, что он находится в безопасности и что его любят. Я так горжусь вами, потому что вы сделали огромный шаг в сторону любви к себе. После этих первых 14 уроков вы видите, как ваше тело отражает ваши сокровенные мысли и убеждения. Вы стали обращать внимание на сообщения своего тела, начали питать его полезной пищей, ободряющими мыслями и положительными аффирмациями. Вы также замечаете, как меняется самочувствие, когда вы выражаете свои истинные чувства и эмоции, даже если они отрицательные. Вы должны также поздравить себя за ту тяжелую работу и упражнения, которые вы совершаете, чтобы отпустить свой гнев по отношению к другим людям. Это целительный опыт, который действительно может изменить вашу жизнь. Наблюдая собственные страхи и обращаясь к ним во время работы с зеркалом, на этой неделе вы освоили другой очень важный урок. Вы не есть свои страхи. Страх – это только ограниченность вашего ума. У вас всегда есть выбор между любовью и страхом. На этой неделе вы также претворяли в жизнь один из моих любимых принципов. Как вы начнете свой день, так зачастую вы и проживете свою жизнь. Мне радостно сознавать то, что вы совершаете усилия, чтобы начать свой день с мыслей, исполненных любовью. Это задает положительный настрой для остальной части вашего прекрасного дня. Посмотрите, сколько многому вы уже научились за эти 14 дней. Продолжайте оказывать себе всестороннюю поддержку,
когда проходите стадию работы с зеркалом. Всегда знайте, что я здесь с вами. Давайте произнесем: «Я здесь, мир открыт и восприимчив ко всем замечательным вещам, которым меня учит этот курс работы с зеркалом». Ваш 14-й день. Упражнение для работы с зеркалом. Найдите свою детскую фотографию того времени, когда вы были действительно счастливы. Возможно, у вас есть снимки со дня рождения, фото вместе с друзьями или во время посещения какого-нибудь любимого места. Прикрепите эту фотографию к зеркалу в ванной. Поговорите с этим ярким и счастливым ребенком на фотографии. Скажите ему, как сильно вам бы хотелось снова испытать такое чувство. Обсудите с внутренним ребенком свои истинные чувства и что именно вас сдерживает. Произнесите для себя следующие аффирмации. Я хочу отпустить все мои страхи. Я в безопасности. Я люблю своего внутреннего ребенка. Я люблю тебя. Я счастлива. Я довольна. И я любима. Повторите эти аффирмации 10 раз. Сила внутри вас. Ваш 14-й день. Упражнение для записи. Достаньте свой дневник и раскройте его на первом упражнении, которое вы выполняли в 7-й день. Прочитайте, какие чувства и наблюдения вы описали, когда в тот день работали с зеркалом. На новой странице опишите свои чувства и наблюдения за сегодняшний день, после второй недели занятий перед зеркалом. Стало ли вам легче выполнять упражнения? Вы чувствуете себя более комфортно, когда смотрите в зеркало? Напишите, что именно у вас получается лучше всего. Укажите, где вы испытываете наибольшие трудности. Придумайте новое упражнение для работы с зеркалом и аффирмацию, которые помогли бы вам в тех областях, где вы испытываете затруднения. Ваша сердечная мысль в течение 14 дня. Я хочу видеть только свою красоту. Соберитесь, устраните своего ума и жизни все негативные, разрушительные, трусливые мысли и позывы. Не прислушивайтесь больше к пагубным мыслям и разговорам. Не участвуйте в них. Сегодня никто не сможет навредить вам, потому что вы отказываетесь поверить, что вам нанесут вред. Вы отказываетесь поддаваться разрушительным эмоциям, независимо от того, насколько оправданными они могут казаться. Вы становитесь выше того, что пытается рассердить или напугать вас. У разрушительных мыслей нет над вами никакой власти. Вы думаете и говорите только то, что хотите создать в своей жизни. Вы более чем адекватны для всего, что требуется сделать. Вы едины силой, которая создала вас. Вы в безопасности. В вашем мире все хорошо. Медитация вашего 14-го дня. Почувствуйте свою силу. Встречайте новый день с раскрытыми объятиями и излучайте любовь. Почувствуйте свою силу. Почувствуйте силу своего дыхания. Почувствуйте силу своего голоса. Почувствуйте силу своей любви. Почувствуйте силу своего прощения. Почувствуйте силу своего желания измениться. Вы красивы, вы божественное, великолепное существо. Вы заслуживаете всего блага, не только небольшой части,
чего-то хорошего, но всего блага. Почувствуйте свою силу и пребудьте с ней в мире, поскольку вы в безопасности. Thank you.